Вот такой большой ящик находится под землей. А сверху вот такое маленькое сооруженице, куда бросают мусор, то есть мусорные мешки. И вот так машина подъезжает и выгружает. Ой, Маркушка. Починили нам машину, пошел, заплатил, ключи оставил там у хозяев. Здравия всем! Вы находитесь на канале Марка и Елены Дерегетти. Мы с вами наблюдаем, как загружают мусор в Кадемпино. То есть местечко называется Кадемпино. Это пригород Лугана. Ну, то есть это все относится к Лугану. То есть это дальний район, так будем говорить. Да. Говорила я вам про большой магазин. Магазинчик, который все для сада. Смотрите, какого он года рождения. 1887 года. Начали здесь продавать какие-то рассаду, какие-то деревья. Вот. Короче, 200 лет этому магазинчику. Нет, что-то я сказала. 200. Еще нету 200 лет. 100 с чем-то. Ну, неважно. Или я что, с математикой не дружу? 130 лет написано. Ну вот, мы поехали до врача с коленкой, с Маркой. Взял он себе время у врача. Марку салюти. Вот тут кот-то. Короче, сказали, что это от у нас у машины, значит, не показывала, сколько у нее бензина. Все время полное и полное. И сказали, что это от жары, и что такая же проблема есть у автомобилей Audi. Вот. Марка заплатил 60 франков за то, что, как говорится, наладили нам. Ну, сильно жарко-то не было, но во всяком случае, может быть, как-то останавливалось. Где-то. Вот мы здесь, кстати, вот с вами проходили. Нет, мы это уже не проходили. Вот сюда мы пришли в ресторан De La Posta попить. Ресторан попили мы. Да. Не очень такой ресторан, так будем говорить. Вообще забегаловка какая-то. Но мы только остановились попить. И вот мы, в общем-то, сейчас будем выезжать из Кадемпино. И вот здесь вот написано Ламоне. А Марка говорит, отойди, мне не видно. Вот написано Ламоне, и мы сейчас с вами уже в Ламоне. Ну вот такой вот, еще на автомобиле мы проехали немножечко здесь с вами. Здесь у них станция. Такая небольшая остановочка поезда. Это дорога на Беллинзону, и мы едем вот сюда. И вот здесь сейчас будем проезжать по мосту, а под мостом у нас находится автострада. Ну вот так, опять небольшое такое видеозарисовочка. Из Кадемпино, и вот мы проехали с вами уже Ламоне, и вот здесь у нас уже написано, что, ой, что это такое было? Манно. Море, какое это стату? Ну, ширине, какое-то такое. Манно, какое-то де гроссо. Какой, прям как эти были, которые все поедают-то, кузнечики. И вот мы уже в Манно.
Тут так вот один райончик кончается, другой начинается. Один райончик кончается, другой начинается. И мы сейчас поедем не то что в больницу, мы сейчас еще в одно место заедем посмотреть микроволновку для нашего домика, который мы собираемся сдавать. Вот, я с вами прощаюсь, желаю здоровья, удачи, долгих лет жизни. С вами была Елена Дерегити и Марко.